специфический звук. А так Господь делает так. Да. А отпустишь, она убежит? Да я боюсь ее отпускать, она может это зацепиться, порвет. А кого зацепится? Зацепится где-нибудь за сучок и порвет. Я нет, сейчас ее не отпускаю. Но, вон. Витя Петеримов там договорились, он, у него этот есть ветеринар хороший, который вот они должны приехать на ней, сделать операцию. Ну, сипит ее, конечно. Ну, конечно. Ну, хорошо. Ну, страшно прямо смотреть сколько. А что у нее там болтается внутри? Ну, кто знает. Это, говорит, скорее всего, когда был мастит у нее, нельзя. Это вымерли. Да. Ну, а потом там загрубело все она. И все. Она, говорит, может прорваться, тогда, говорит, хуже будет. Правильно. И вот я ее так берегу уже, не отпускаю никуда. Понятно. Она такая, сейчас она рванет куда там это вперед. А я Лене говорю, Игорь-то там был, он говорит, все, посмотри, сухая работа. Что сухая? Косица, не еще высохла. Сено. Ну, где там в околках есть? Как? Вот она. А я говорю, сено. Скажи, чтобы... А там щи пузырились вот там. Вот. Нет, это ваши кто-то. Это вы это что-то там сделали? Нет. Ну а кто? Нет, нет, это не наши. А кто? Ну что, Никита? Не знаю. Ну, наши... Это может в мордушке там стоять? Я не знаю, не слыхал. Не... Ну, я... три вон они. Я так подумал, что-то вы там что-то это... Нет, еще не приходили мы. Нет, ну они тогда мешки привозили здесь что-то. Ребята, ну, говорят, что, бутылки привозили? Это плод. Ну, ну, я думал, ваше это. Нет, 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 нет. Ну, какое дело-то. А вот в этой дорожке там домы бобров. А я... Да сейчас-то нету их. Кого? Ну, их не видать, но видно, что они живут. Живут, храмбили. Жили, ну. Жили. Понятно. А что она думает, что ногами дрыгает? Это что такое? А? Загребает. Это она как бы загребает то, что сходит. У нее инстинкт. У меня шарик, главное, сходит. У каждого кустика, у каждой травинки помочь, ты лапами загребает. Я двумя хожу, два раза в день. Утром и вечером на прогулку. Я утром хожу. Отдай, Володя, отдай. Сейчас посмотрим, какой улов будет. Чего-нибудь. Мелочевка одна. Пошли. Впереди. Это мы сейчас куда там подняли пруд и будем расслаждать. Одна мелочь набралась. Нет ни одной. Давай, пруд это, не знаю, можно выбросить. Выбросить. Какие? Выбросить. Ренка, на! Нет, нет, она не вытряхает. Вытряхать некуда? Нет. Только выбирать. Это сюда мелкий был, потом. На картофельной очистке еду клюют, да? Рена! Да ты нам оставь гальянов, то у нас еще да нет. Здесь их... Надо мордышки ставить тоже. С того берега тоже будет ловиться.
Вон там он мордушка стоит. Володя, можешь идти забрать. Вон она стоит. Увидишь там она? Нет, он собаку держит. Ну она вот на берегу. Можно забрать, да? Да. Такая же. Ты считай, сколько примерно. А что ты туда закладываешь? Приманку какую? Хлеб. А? Хлеб, сухари, хлеб. А тестом ничего не мажешь? Нет, а куда мазать-то? Вот она. А так как они находят? Вот она, вот. Точно такая же или поменьше? Такая же, что точно. А сколько она стоит? Да, рублей 300, наверное. 300? Примерно так, 300-500 где-то так. Так ты нам ее продаешь или отдаешь? Да даю вам пока. На, рано, бери. Гальянщиков маленько оставьте нам назад. Да их нет, у кого там? Гальяны не идут. Мы туда, не... он гальян пожирает икру у карася. Карасей больше становится уже. Это у тебя куски хлеба? Да. А картошка какая? А кожурки. Глянь, какие караси. Бери, 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 мы туда унесем его. А вот что руками выгребать надо, это что-то не ладно. Надо где-то там сделать дырку, завязывать, чтобы тряхнул и вылетел. Да, 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 да. О, вот он, где карась какие все запупался. Сеть попался. Не поранил? Нет. Вот так. Как, что там, все? Еще стоишь. Ну-ка. Подними-ка ее, подними, Марина. Вот, еще два. Это у меня болтается. Эти уже висеть, этого года уже. Эти-то этого года уже. Сделай, чтобы она стояла. Новый выводок. Да, да. Вот, видишь, каких там, подождите. Где-то вот еще там нет. Видимо, упал куда. Это сегодня же надо поставить нам. И та, те мордушки. Ну, щайки там проще, они не зря. Они там водят рыбу. А вот еще один. Ладно, давай не будем. Так. Все, сейчас забросим, и потом там еще я покажу просто там, как у меня. А ты масло мне это не пропитываешь, масло растительное? Говорят, сильно нет. Помогает. Нет, потом это все вмажется, нет. А раньше жмых был, вот где шла рыба. Ну нет. Мы сейчас с Володей проедем туда на Симаковский и отпустим. Я вот Юрия прошу первый раз на Симаковском искупаться, замерить на глубину. Там осторожней, там разные железяки торчат. Мы перед тем, как вот сделать, мы полдня потратили, железки искали. Но их кто-то вытащил, нет. Там полно их еще. Это на той стороне, вот здесь крещение проходит. Как он делает. Рыба. Так, а вот еще. И ближе сейчас. И вот еще мордушку достану. Видишь, сделали. Видишь, какой. Видим, видим. Деревня. А в городе ничего ты этого не сделаешь. Всего этого лиши. И во что будет? Вот рядом огородчик лагерный. Вот деревья, это лагерь сюда, наш бывший. Там теперь музей. Сюда ближе. О! Целый сундук. Этот не вытаскиваем? Подожди, я хлеб не положил, хлеба не надо положить. Питание положить. Юрий, отойди туда, не урони. Да и. Что не урони-то? Камера. Да, камера. Боится. Знаете, есть. Это у них аквариум почти целый. Сейчас еще одна там, еще одна.
Они там живут. Растут. О, видите? Питомник. Это питомник у него, питомник. Он растит карасей. Игнат Тихович такого еще не знал. Карак называется карась на поводке. В любое время, когда надо, это. Подошел, взял. Ну да. Удобно. Мало этим досталось. Ну ладно, хватит. Потом я дома вечером дам еще. Не тоскуйте, ребята, с вами. Ну вот, все, обратно домой. Давай сейчас идем к нам, съездим на путь. Бери. Что там все считать? По одному там выпускать, если считать. Нельзя прыгать на меня.